Это мой первый визит за последние 10 месяцев в Одессу. Я приехал, чтобы встретиться с мэром и его командой и обсудить возможные проекты сотрудничества между Украиной, собственно, Одессой и Бельгией. Конечно, мы также обсуждали вопросы пандемии коронавируса, и я вижу, что в городе принимаются все необходимые меры, и мэр следит за выполнением всех необходимых мер. Также мы обсуждали вопросы культуры и экономики. Сотрудничество очень важно, и важно его поддерживать, так как вирус не знает границ. Мы видим, как распространяется вирус, какая ситуация была, например, в Америке. Но мы не должны останавливать сотрудничество. Если мы говорим про Украину и Бельгию, то, как по мне, хорошая идея будет улучшать сотрудничество в медицинской сфере между Украиной и Бельгией. В Бельгии у нас есть очень много экспертов в области фармацевтики. Я собираюсь еще приехать в Одессу, конечно же, так как у вас вскоре будет форум 5Т инвестиционный, а также у вас скоро будет День города. Также я планирую поддержать некоторые культурные мероприятия, которые будут проходить в вашем городе, как я делала тоже ранее, но они будут уже в связи с пандемией в 2021 году. But until now, the situation in Ukraine and in the south, now in your city, in Odessa. Во-первых, разрешите поблагодарить. Canceled, so И, к сожалению, я собирался активно поддержать фестиваль Odessa Classics, который. So now it's postponed to June. That's why, as we used to say, the special. Хотел бы еще раз подчеркнуть, что я всегда готов к сотрудничеству с вашим городом. А здесь есть шутка по этому поводу. We've got a joke in Odessa. Насколько сложно для вас на сегодняшний день? Сосредоточили все свои внимание на раннем выявлении. 10,000 victims. У нас. Они, конечно, нужны. We understand that we also need them.